От аллилуйя до недоумения. Так были встречены слова понтифика о том, что он готов поддержать однополые гражданские союзы и что те, кто относит себя к ЛГБТ+, сообществу, имеют право на семейную жизнь в лоне церкви. Этот комментарий прозвучал в документальном фильме «Франциск», который был представлен на кинофестивале в Риме. Кинобиография рассказывает о кардинале Бергольо, взявшем, взойдя на папский престол, тронное имя своего любимого святого Франциска Ассизского. Предстоятель следует гуманистической традиции основателя монашеского ордена, в основе взглядов которого лежала любовь и сострадание, распространение заботы и попечения на тех, кому трудно. Это абсолютно беспрецедентный ответ, сенсационное заявление, которого никто, разумеется, не мог ожидать от папы Римского. Считалось, что потребуется минимум 2 поколения, чтобы святой престол сменил свое отношение, обозначив поддержку гражданским союзам однополых пар. Это меняет вектор отношений всей католической конфессии к ситуации с ЛГБТ+ сообществом. В Мексике, где католическую веру исповедуют свыше 90% населения, к словам папы Франциска прислушались, но сделали собственные выводы. На мой взгляд, это шаг к разрушению традиционных ценностей общества. Это может стать плохим примером для детей. Мы не ожидали признания нашего существования католической церковью. Мы думали, что мы боремся за фундаментальные права в одиночестве. Заявления предстоятеля Римско-католической церкви прозвучали контрастом в сравнении с тем, как отзывались об однополых браках его предшественники Бенедикт XVI и Иоанн Павел II.